Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в набережных Челнах в Республике Татарстан на стадионе КАМАЗ, где сегодня пройдет матч уже 29-го тура Мелбет первой лиги. Фактически все мы находимся сейчас в конце. Мяч в центре. Начинают хозяева КАМАЗ набережные Челны. Поехали! Составы команд вашему вниманию безотлагательно. С гостей начинаем. Волгарь Астрахань. Голкипер номер 99-й Олег Смирнов. В центре полузащиты 8-й Денис Талалай, 20-й Данила Смирнов. У нас уже, пожалуйста, первая же минута, первая же атака. И это сразу гол. И это Артур Арустамян. Ничего себе, парни, вы начали! Вернее, надо полагать, астраханский «Волгарь» даже на поле выйти не успел. 1-0. Александр, но по снизам далее следует Таликин. Удар! Тащит Смирнов. Набивание не будет. Успевает подчистить Артур Гелезетдинов. Ах, как расстроен Богдан Рейхмен. Много ошибок, много потерь на своей половине поля от «Волгаря» при выводе мяча низом. Очень много. Гаглоев, подача, опасно. Удар! 2-0! Классная подача, Гаглоевская. Эльнур Бадрдинов опережает Ведерникова, выскакивает у него из кармашка буквально и кладет мяч в противоход Олегу Смирнову. 2-0! Аут. Вот Хамухи под скидку. Бить пока неудобно. Еще одна передача, улучшающая положение мяча. Вот он, удар. Опасно. 2-1. 2-1, Волгарь. Большой привет опорной зоне КАМАЗа мы передаем. Хоть там на одного человека стало больше. Вжались как-то ближе к линии обороны челнинцы. Подбор за Смирновым и классный удар. Да, насели так насели. Высокая подача. Смирнов, скидка, пяткой удар мимо ворот. Но теперь можно подышать. Гонка завершения раунда прозвучал. Можно бить. Удар! Перекладина, крестовина. Что это было? Как раз мы смотрим за повтором эпизода. Лесников, у него было время еще, знаете, другу позвонить перед этим ударом. Потому что опорная зона КАМАЗа... Специалиста «Волгаря» по стандартам Унаиля Макжанова, который ставит эти положения команде. Скидка опасна! Смирнов! Удар! 2-2! Есть варианты! Есть! Вот они! Здорово! Дела расставлены в чужой штрафной при подачах, при скидках. Когда у тебя вот такие люди способны на такие удары есть... Не мудрено, что количество рано или поздно в качество переродится, перейдет, перерастет, как угодно. Смотрим. Царукян, подача! Это в руки Мамину. С трибун льется вперед, идите быстрее. В меньшей степени с игры, в большей степени со стандартов. Но эти самые стандарты высушили КАМАЗ на их половине поля. Дубль Данилы Смирнова. 2-2.